Привет! Сегодня мы с вами сделаем конверт сердечко. Вам понадобится А4 бумага, клей-карандаш, ножницы, двусторонний скотч. Сгибаем лист по диагонали. После этого нам нужно будет загнуть вот этот конец, вот сюда. Проглаживаем все, отгибаемся назад. Теперь нужно сложить вот эту сторону вот сюда, к этой линии. Отгибаем назад, теперь сгибаем вот сюда. Снова отгибаем. Теперь просто сгибаем пополам. Отгибаем обратно, сгибаем уже сложенную нашу сторону, переворачиваем наш лист. Теперь мы вот этот вот конец сгибаем к центру. С другой стороны, этот конец мы тоже сгибаем к центру. Что теперь? Мы переворачиваем лист. Видите вот эту линию, которую мы уже сгибали ранее? Теперь мы должны вот этот конец вот сюда, к этой линии согнуть. Теперь, видите, мы согнули, переворачиваем. Мы видим вот такие вот штучки. Теперь мы берем один конец и сгибаем вот таким образом, надавливая сверху. Получается такой треугольничек. И здесь также. Теперь мы вот эти концы сгибаем вот к этой линии. Здесь также. Теперь мы вот этот конец и вот этот конец сгибаем тоже к этой же линии. Пополам получается. Так, оп. Здесь также. Теперь, когда вы перевернете наш листочек, у нас с вами уже получилось сердечко. Нам не так уж и долго осталось сделать наш конверт. Что теперь? Мы сгибаем вот сюда. Проглаживаем. Эту же точно так же сюда. Дальше. Что нам осталось? Мы берем вот эту оставшуюся несогнутую часть и сгибаем ее. Вот наш конверт готов. Можно теперь подклеить вот эти вот стороны вместе. Берем клей,
Что можно сделать, чтобы не топорщилось наше сердечко? Мы возьмем двусторонний скотч. И вот сюда, на этот конец, налепливаем. Отдираем бумагу. И, в принципе, все. Вот такой вот наш простой конверт. Сердечко готов. Оставайтесь со мной. Следующий мастер-класс будет по другому конверту. Так что увидимся в следующем видео. Пока-пока!